В Орле с профессиональным праздником поздравили работников ветеринарной службы. Торжественная церемония вручения грамоты благодарственных писем прошла в Орловском государственном аграрном университете. Руководство области поблагодарило представителей этой профессии за труд, пожелало успехов в работе и отметило хорошие результаты работы за текущий год. Служба показала, что как бы там сложно не было, вот за этот год те вызовы, те ситуации, которые складывались, они были отработаны качественно, оперативно, локализованно, с минимальными потерями как для экономики, так и для, собственно, бюджета Орловской области, что немаловажно. Хотя, безусловно, эта работа делается ветврачами нашей службы.